две отличительных особенности оформления заказов по новому приложению и новому сайту. Смотрите, когда вы видите продукции, берете 2 или 3 и будет дешевле, будут желтые ценники. Каким образом это будет выглядеть? Вы добавляете необходимое количество себе в корзину. Или вот же. Каждый второй дешевле, да? Тоже кладем 2 в корзину. Возвращаемся в корзину. Видим, что здесь цена большая, да? По акции она не сработала. Не пугайтесь, когда вы нажмете кнопочку «Продолжить оформление заказа» и перейдете на второй шаг в промо-акции, этот шаг называется, вы увидите, что цены пересчитаются у вас. Видите, уже другая цена. Он уже будет стоить, эти крема, дешевле. И парфюм у вас тоже пересчитались. Ну, это я, например, вот эти. Вторая особенность. Если вы видите, что идет акция «Бонус за покупку», то есть если вы сделали заказ на определенную сумму, в данном случае за каждые 500 рублей, вы можете взять парфюм не по 449 рублей, а по 329. Как эта акция пробивается? Если вы сразу кинете себе в корзину эти бонусы за покупку, в данном случае один парфюм с этой странички можно выбрать, то в корзине он у вас отобразится по полной стоимости, и он не пересчитается. Видите, 449 рублей. Но у нас же в корзине уже что-то лежит. Почему он не дешевле? Вот эта акция пробивается на втором шаге в промо-акциях. Это запомните, пожалуйста, ваш бонус за покупку. Открываем любой аромат, и отсюда мы уже берем дешевле. Столько, сколько нам позволяет наша сумма заказа. В моем случае 3 штуки. Вот. Применить. Поэтому обязательно, если вы пробили, как мы с вами действовали раньше, обязательно вернитесь на первый шаг оформления заказа и отсюда удалите, иначе вам это придет парфюм по полной стоимости. Видите, я удаляю, нажимаю кнопочку «Продолжить оформление заказа» и вижу, что у меня здесь в корзинку попал парфюм именно по той цене, которая мне нужна. Компания Faberlic обновила свое приложение. В Play Market наберите Faberlic. Выбираем Faberlic 3.0. Наше приложение с брендовым логотипом. Открываем его, разрешаем, выставляем нужную страну и выбираем язык. Я выбираю Россия и выбираю язык русский. Разрешаем. Теперь нам нужно авторизоваться. В правом нижнем углу нажимаем на профиль. Вводим наш логин и ключ. Система нас авторизовала. И на нижней панели мы видим вкладки, как и в прежнем варианте приложения. Каталоги, корзина, товары и главную страницу. Вернемся в профиль. Здесь мы видим, что добавлена вкладка «Купоны и карты», по которой мы попадаем на сайт. Авторизуемся с логином и ключом. И оказываемся в нужном месте для активации наших карт.